Реклама предлагала: еще одна новинка сезона — комбинированный водно-спелеологический маршрут. И более интересные моменты его программы: экскурсии в пещеру Кристальная, поездка в Кременец и, конечно же, путешествие на надувных плотах по реке Днестр. Мы поверили рекламе, рискнули. И отправляемся в десятидневное путешествие. Мы – это инженер из Прибалтики, рабочий из Сибири, служащий из Подмосковья, словом, туристы. Быстро познакомились друг с другом. Стали, как говорится, маленьким, но сплоченным коллективом. Сплоченным и в переносном, и в буквальном смысле. Нам предстоит проплыть 150 километров по направлению к Черному морю. Жаль, что только по направлению. Но до моря сотни километров. Итак, плывем. Путешествие всегда открытие. Сначала наш путь пролегал по Днестровскому каньону. Заповедные места. Это своеобразный учебник по экологии. Образец бережного обращения с природой. «Мужские слезы» – такое интригующее название у этого водопада. В здешних реликтовых лесах множество целебных трав и цветов. Мы, как говорят моряки, шли по реке, не забывая о предстоящем свидании с пещерой. На Тернопольщине пещер немало. Некоторые из них имеют мировую известность. Вот она. Пещера Кристальная, гипсовая. Это 22 километра причудливых ходов и лабиринтов.
здесь постоянно сохраняется одна и та же температура. Воздух целебен. Как считают ученые, миллионы лет назад пещера была дном ушедшего моря. Значительно позже в ней, видимо, жили люди. Найдены древние захоронения. Мы расстаемся с пещерой и продолжаем путь на плотах. Здешние берега будто открытая книга истории нашей земли. Читай, если умеешь. На очередной стоянке, разбив палатки для ночлега, обмениваемся накопленными впечатлениями. А сколько их еще впереди? Реклама обещала экскурсию в Кременец. Его летоисчисление начинается с 1226 года. Название пошло от слова «кремень». 7,5 веков назад эта крепость на горе стала настоящим кремнем, твердыней на пути татаро-монгольских завоевателей. Затем Кременец не выстоял, подпадал под власть то Австрии, то Польши и, наконец, в 1793 году добровольно вошел в состав российского государства. В краеведческом музее, где мы потом побывали, собрано свидетельство истории куда более древней, чем история Кременца. Археологами открыта так называемая первобытная трипольская культура. За многие тысячи лет до нас здесь уже, оказывается, жили люди, трудились. Воссозданные здесь предметы быта как бы приближают нас к тому времени, той культуре.
и замечаешь, что в чем-то она сродни укладу жизни украинского крестьянина более позднего времени, эпохи Тараса Шевченко. Многострадальна эта земля. Но сколько горя и разрушений не приносили нашествия варваров, народ всегда умел сохранять или восстанавливать свои исторические и художественные сокровища. Одной из жемчужин в ярком ожерелье нам показалась Почаевская лавра. Традиции украинского искусства уходят корнями в Древнюю Русь. Вглядываясь в эти мозаики, иконы, понимая, что их творцы не только показывают высокое живописное мастерство, но и выражают патриотические освободительные идеи. Смотреть бы и смотреть на это чудо, сотворенное руками человеческими. Но ждет нас река, плоты, чтобы после последнего перехода оказаться в конечном пункте путешествия – Тернополе. Город богат и современностью, и стариной. Но о нем, центре открывшегося нам замечательного края, отдельный рассказ –